Ирина Хакамада. Радиотелеведущая, автор книг и ведущая мастер-классов. В нулевых ей удалось сделать блестящую политическую карьеру. Позднее знаменитость переключалась на общественную жизнь и коучинг. Родилась Хакамада Ирина Муцуновна 13 апреля 1955 года в Москве в интернациональной семье. Отец будущего политика Муцуо Хакамада японец. По национальности оказался революционером, эмигрировавшим в Советском Союзе в 1993 году. На родине у нее остались жена и дети, которых, по словам Ирины Муцуовны, тот продолжал любить, уже находясь в Союзе. Ирина Хакамада накануне поделилась в соцсети снимком взрослой наследницы, рожденной в браке с Владимиром Сиротинским. Девушке по имени Мария Сиротинская, которой в детстве был поставлен серьезный диагноз, 5 июня исполнилось 26 лет. О том, что малышка появится на свет с синдромом Дауна, российскую журналистку предупредили еще во время беременности. После рождения Хакамада ребенка страшные догадки подтвердились, однако это не помешало Марии вырасти самостоятельной и социально адаптированной личностью. Девушка с ранних лет демонстрировала тягу к творчеству и к своим годам успела попробовать силы на разных поприщах.